Учебный день. Большая перемена. Не то чтобы что-то действительно менялось. Говорят, школа – это репетиция взрослой жизни. У нас на обед сосиски с пюре. Каждый будний день мы получаем сосиски с пюре. Все вокруг говорили – это полезная пища. 4 года полезного режима. Белки и углеводы. Чего ты еще хочешь? Может, ты хочешь на школьном обеде пельмени и фуагра? Да, я был бы не против. Эй, тебе кетчуп или майонез? Казалось, все привыкли и наслаждаются. Все, кроме нее. У меня тебе кое-что есть. Аккуратно, по секрету. Ну-ка, покажи руки. Так-так-так, что это у нас? Сладкоежка? Дети, дети, вы прекрасно знаете, что в столовую со своей едой нельзя. Что мы будем делать, если вы притащите сюда какую-нибудь гадость и отравитесь? Ты идешь к директору. Нет! Она не виновата! Это вы виноваты! Невозможно! Невыносимо! Каждый день! Каждый день! Вот уже 4 года есть сосиски с пюре! Да мне иногда кажется, что я сам превращаюсь в эти сосиски с пюре! Но почему? За что вы так с нами поступаете? Это бесчеловечно! Ну, дети, ну уже 4-й год висит справа от двери меню, где мы вас каждый день просим указывать, что вы хотите есть на обед. Ошеломление, приправленное горечью и надеждой. Таков был вкус моего открытия. Маленький, непримечательный листок. Мой голос и наша жизнь никогда не будет прежней. А мы готовим для вас то, что вы выбираете. И нечего так возмущаться. Вам каждое 1 сентября об этом твердят. Ну, правильно. Очень удобная система. Так это ты каждый день голосовал за сосиски с пюре? А что? Мне нравится. Мое сердце рвано стучало в груди. По щекам, возможно, текли слезы. Но кто меня осудит? Так много еды, такой разной еды. Просто поставить галочку. Кто бы мог подумать? Куры с гречей. Давненько я не ел куру с гречей. Говорят, школа – это репетиция взрослой жизни. Иногда она проходит пресно, иногда вкусно. Но я могу точно сказать одно. В тот день я научился выбирать и полюбил большие перемены. Приятного аппетита! Спасибо! Приятного выбора! Thank you.